Всем привет, с вами канал Тхагер на Outplay. Мы продолжаем играть Наруто Шипуден Ультиматум Ниндзя Шторм 4. Режим приключения, тропа бури, Наруто Узумаки. Так, давайте продолжим. Горячий кровь я в прошлый раз, последней серии не смог выполнить. Еще раз. Так, Наруто возьмем. Саски в поддержку. Вот так. Новый призыв. Тройной тупик. Сражение ветра, молнии. И лепестков вишни. Давайте вот так. Сейчас мы их вольнемся. Давай. Так, 60%. Ну давай. Поймал я его. Ого. Давай, поймай его. Че, его прикрыли, что ли? Ля, прикрыли. Ну попадите вы, ёп... О, есть. Сакура, дойди ё! Ха-ха. Нихера. Падло. Всегда храни верным своим словам. Таков мой путь. Так, прошли. Так,
это просто невозможно описать словами. Горячий был бой, настоящее пламя. Я чувствую искры в своем сердце. Мое сердце подчинило себе все дело. Прошу меня простить. Что там? Давай, ладно. Жаркий поединок уровень 6 пройден. Нормально. Так, здесь осколок вроде был, да? Да, у нас осколок здесь есть. И вот то сейчас выполним. Начало экзамена Чунина. Скажите, сколько лет смерти? Хорошо, начнем. Начать бой. Бегает на угол. Сколько вспоминаем, помешано воспоминание начала экзамена Чунинов. Выполнили. Так, окей. Дальше нам куда? Давайте вернемся в Каноху. Там в Канохе выполним задание, там что-то надо было этому помочь. Как его звали? Сейчас посмотрим. Вот у меня задание еще одно. Путь учителя. Сейчас посмотрим. Оп, оп. Сколько я выполнил? 81% до сих пор, да? Вот когда вот эти все выполню, будет сотня. Это лицо освежило мою память. Эй, Рук-сенсей, вы же помните, как говорили мне, что ищете новых учителей для Академии Ниньи? Давай поговорим об этом в другой раз, Наруто. Я нашел вам помощника. Прости, Наруто, мы можем поговорить об этом в другой раз? А? Почему? Дело в том, что несколько учеников из Академии потерялись. Что? Просто выслушай ее. Прости, но меня ждут дела. Что? Что происходит? Мы отрабатывали дзюцу, а потом команда Мабо откуда-то куда-то пропала.
кто это девочка, Рюк-сенсей знает ее, это, наверное, должно означать, что она учится в академии. Возможно, какой-то плохой человек похитил их, и поэтому я и пришла к Рюк-сенсей за помощью. Как ты могла потерять своих друзей, когда вы просто отрабатывали дзюцу? Ну, Мабла сказал, что нам надо отработать дзюцу маскировки, которую мы как раз проходили на занятиях. Дзюцу маскировки? Это когда ты перевоплощаешься в один из предметов, которые видишь рядом с собой, чтобы спрятаться? Да. Ясно, значит, ты не смогла их найти и пришла за помощью к Ируки-сенсею. Я обыскала всю деревню, нигде их не нашла. Я начала волноваться, и тогда и я найду их. Шина? Мне было интересно, куда ты пошел. Признаюсь, я такого не ожидал. Ты правда поможешь мне найти их? Да. Ты так переживаешь из-за своих друзей, я не могу стоять в стороне. Мы взрослые должны помогать детям в такие моменты. Спасибо. Не надо меня благодарить. И так, сколько всего детей пропало? Трое. Мамба, Тоси и Хана. Они все отлично прячутся. Мамба, Тоси и Хана. Ясно. Идем, народ. Давай поскорее найдем их, чтобы она смогла успокоиться. В чем дело? О нет, все в порядке, просто я немного удивлен. Ты знаешь, как общаться с детьми? Правда? Так, и где мне их найти? Маскировка. Следи за подозрительными горшками. Мабы и его друзья прячутся с помощью дзюцы маскировки. Если во время свободного перемещения вам представится подозрительный горшок, который едва шевелится, знаете, это один из них. Всех троих можно найти в Конохе. Бля, сейчас горшки искать надо. Скажи мне, кого ты нашла? Их мама точно понял, это будет несложно. А, вот один. Заметил, звучит. Что? Попался. Ты Мабо? Я Тоси. Эй, а ведь так хорошо спрятался. Да, это была отличная маскировка. В этом-то вся и проблема. Девочка по имени Юки не смогла вас найти и пришла к нам за помощью. Что? Правда? Всегда нужно обговаривать временные ограничения тренировок, иначе можно кого-то напугать. Да, ты прав. Ценю твою честность, а теперь возвращайся к Юки. Хорошо. Следующий. Так, следующий. Ну, вряд ли он здесь же будет. Давайте поищем их дальше. А, они на карте отмечены. Вот раз, два. Сейчас мы быстро всех найдем. Эй, нашел одного. Я не раскроюсь, я пока не слышу пароль. Что? А это тут прямо сейчас мы тут ничего не добьемся. Придется вернуть сюда, боже. Ладно, хорошо, как скажешь. А, это ну-ка. Так, что? Ты Хана? Да, а вы кто такой, дяденька? Я не такой старый, меня зовут Шина. Постой, сейчас это не важно. Девочка по имени Юки ищите. О, и так как она не смогла меня найти сама, она попросила тебя, я, то есть Шина. Можно и так сказать, нельзя заставлять своих друзей волноваться. Что, Юки волнуется? Ой, не стоило мне этого делать. Да, тебе стоит извиниться, друзья, это очень важно. Хорошо. Что-то упало на землю. Наверное, она это обронила.
Мои дзюцы безупречны, даже если вы найдете меня. Я не покажусь, пока вы не назовете пароль. Это называется резервный план. Я скажу вам пароль, ребята, потому что вы мои друзья. Но если вдруг забудете его, то проверьте то самое место. Вы получили указание Мабо. Вот что здесь написано. Ясно, значит, по-простому нам эту проблему не решить. Давай поговорим с Юки и остальными. Эй! Нашел одного. Не слышу пару. Что? С паролем не хочет возвращаться. Так, ладно, сейчас вернемся с этим поговорим. Что скажут они? Так. Так, и что она сейчас нам скажет? Значит, вы все здесь. Мне нужен пароль, чтобы поймать Мабу. Вы мне его расскажете? Хана, ты помнишь? Не, ты, Тося... Я тоже забыл. Может, было бы проще взять их с собой? Это против правил. Неважно, в какой игре ты участвуешь, всегда надо соблюдать правила. Знаешь, это твой настрой здорово усложняет мне жизнь. То есть, серьезно, ладно, проехали. Так вы знаете, что это за то самое место? То самое место. О, я знаю, Маба говорил об этом месте перед тем, как спрятался. Если возникнут проблемы, идите туда, где все спят, да? 7 слева и 3 сверху. Там вы найдете то, что ищете. Где все спят? Больница? Молодцы, отличная память. Остальное мы сделаем сами, а вы пока ждите здесь. Хорошо. Куда нам деваться-то? Где все спят? А. На кладбище. Сейчас по всей территории нам бегать здесь надо. Так, нам еще надо докладывать, да, ведь? А, типа не дитя. А тут важное задание. Там целая колонна идет друг за дружкой. Так. Изучить. Вот лист с паролем. УС пароль Мабо. Ну и ну, кто только здесь его спрятал. Вот тебе и рецепт невезения. Судя по тому, что написал Мабу, он знает, где спят те, кто умер. Но он все еще ребенок. Детям бывает не просто отличить добро и зло. Им трудно понять, что правильно, а что нет. Мы взрослые должны научить их. Что? Нет ничего, так что там написано. Паролем является число могил. Посчитай их. Мы должны сосчитать могилы.
число. Число могил. Все надо сосчитать, да ладно, думаю, нам не нужно считать памятник у входа. Если мы сосчитаем могилы по вертикали и горизонтали, то легко найдем ответ. Что нам не считать надо, что ли? Так, они сами считают. 1, 2, 3. Сам ищи свой ответ. Чё, я сосчитал или самому считать надо? Чё-то я не понял. Блядь. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 на 8. Так, оп. Ладно, идем к ребенку. Так. О, Ханаби теперь здесь стоит. Позаботься о моей старшей сестре, надо. Так. Так, это кто? Ината. Что ты мне дашь сегодня? Наруто, ты возьмешь это? Все наборы сокровищ ниндзя. Окей. Так. А, дяденька? Я не такой старый. Кто ты? Ведь попросил нас найти тебя. Так, вот почему я не узнал ваши голоса. Отличная маскировка, и ты отлично все продумал с паролем. Это обязательно поможет тебе стать ниндзя. Но не стоит использовать пароль вместе с маскировкой. От пароля не будет толк, если тебя уже нашли. Да, ты прав. В Академии Ниндзя ты сможешь изучить все тонкости стратегии. Хорошо. Что? Ничего. Так. Что-то такое было. Так или иначе, похоже, мы всех нашли. Спасибо вам. Главное, будьте теперь внимательнее и не доставляйте хлопот другим людям. Дзюцы не игрушки, если захотите потренироваться, лучше поговорите с Ирукой сенсеем. Хорошо. Правильный ответ. Нам пора уже идти, но напоследок я еще кое-что скажу. Вы отлично справились с маскировкой, продолжайте заниматься. Хорошо. Наруто, почему ты тоже ответил? Просто мне показалось, что так будет правильно. Ты говорил, как настоящий учитель. Этот парень на вид строгий, но он хороший человек. Да, и очки у него классные. Интересно, чем он занимается? Шина мой ученик, и сейчас он трудится из всех сил, выполняя обязанности чунина ради нашей деревни. О, Ирука-сенсей, вы опоздали, мы уже всех нашли. Да, я знаю, я тайно наблюдал за ними почти с самого начала. Что? Правда? И это помогло мне кое-что понять. То, как он ведет себя, как учит детей, Шина был похож на настоящего учителя. Он очень точно и понятно смог все объяснить
и взрослым, и детям, при этом не разделяя их. Возможно, Шины мог бы стать новым ветром, который так нужен Академии. Нет, сейчас не время фантазировать, он сам должен все решить. Идемте, пора вам подумать о том, что сегодня произошло. Что? Ха-ха. Это накажет их. Как же мне нравится помогать другим. Наруто, ты точно ничего не забыл? Что? Просто невероятно, что он уже забыл мою просьбу, но ничего не поделать. Сегодня я смог понять, что означает вести за собой людей. Пока этого достаточно. В конце концов, этот опыт помог мне кое-что понять о моей мечте. Правда, я до сих пор не понял, как именно это получилось. Так, вы справились, выполнили просьбу Шина, задание точнее. Шина всерьез задумался о поиске своей новой цели, но встретив учеников Академии, он начал понимать, какое будущее, возможно, его ждет. Так, все-таки решится, да, учителем быть? Так, 87% пройдено. У меня осталась вот связь горячей крови и путь ниндзя-рэпера. Полный вперед. Так. Надо сохраниться сразу. А то вдруг опять вылет или еще что-нибудь. Сохранено. Перейти к карте ниндзя. Вот здесь долина завершения. Окей, давай. Переместимся в долину завершения. Так, здесь, вот он, чувак стоит. В красном. В твоих жилах кровь горяча. Здесь ты сможешь принять участие в жарком поединке уровень 10. Защита увеличена на 100. Защита, атака на 100. Блять, что ты нажал, не честно? Так, Хината Сакура, тогда будет Наруто и Саски. Блять, вот с ним сейчас тяжело будет. Там Пента надо точно сожрать. Так. Так, настройка завершена. Использует предмет. Следы. Полный обед. Попробуем, может повезет нам все-таки. Бля, надо с ними сейчас по-жесткому. Давай. 10 уровень, блядь, самый тяжелый. Блядь. Не знаю вообще, что ничего делать. Давай, дитя. Деньги, дедикса!
блядь. Давай. Блин, вообще не пробивают. Блядь. О, зацепил, нормально. Вообще маленький урон наносит. Первого раза прошел. Охренеть. Да. Вроде самый тяжелый был, да? Да, уровень 10 пройден, самый такой тяжелый. Так. А здесь нету, посмотреть. Так, ладно, где там карта? Перейти к карте. Здесь два осколка из воспоминаний. Окей. Тренировочное поле. Наверное, ты возьмешь это? Все наборы сокровищ ниндзя, 20 штук. Просто хотел тебя подбавить. Потому что подрастай дальше стараться. Или старайся. Так, вот один осколок. Тренировка в боевых условиях. Скажи, насколько итог. Каноха, деревня в стране огня. Наруто Узумаки, мечтая стать Хокаге, посвящает каждый день тренировкам. После окончания Академии Наруто, его соперник Саски, его возлюбленная Сакура и Джанин Какаши образуют команду 7. Чтобы проверить их силы, Какаши решает провести тренировку. Так, противник увеличен на 5%. О, это нормально. Хорошо, начнем.
Начать бой. Так. Так, наваляем каркаса. Даем ему. Все, готов. Ну ладно, как тебе? Вот это. Вот что я умею. Так, осколок помещен. А, вон еще вижу, что-то есть. Прикоснуться. Получили осколок вспоминаний 3 года. Так, итог. Саски исчез во тьме, а Наруто тем временем отправился путешествовать с своим новым наставником Джирайи. Он должен был стать сильнее, чтобы вернуть своего друга. Прошло 3 года, вернувшись в Коноху, Наруто вновь воссоединился с Какаши, который предложил ему отправиться на тренировочное поле и вместе с Сакурой пройти новую тренировку на выживание. Кто так партин ключи на 20%, защита на 25%. Ай, чё нажал-то? Блин, не то нажал. Оп, не то. Где он? Дети еще 3 года вот. Давайте начать бой. Так, далее. Так, пропускаем. Могло с вами помещено 3 года. Еще один. Так, выполнили.
здесь больше вроде ничего нет, да? А, вот что-то есть какой-то подарок. О, что это такое? Научиться метать кунаем весьма непросто, никак не могу с ними справиться. Я так много тренировался, теперь у меня кончились цели. Ох, придется возвращаться и покупать еще. Модель цель для кунай. Это цель для кунай, что? Я могу ее забрать? Спасибо, я буду много тренироваться и стану великим ниндзя. Окей. Так. Давайте возвратимся в Каноху, сохранимся. Так, снова в Канохе, да? Так, сохраняемся. Тоже на этом я видео закончу. Продолжим играть в следующей серии. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. Всем пока.